Привет всем, друзья! Сегодня я буду готовить меренговый рулет со сливочно-творожным кремом. Это очень нежный и легкий десерт с хрустящей корочкой для любителей сочных и невероятно вкусных десертов, которые тают во рту. Посмотрите видео до конца, обязательно подпишитесь на мой канал «Худышка готовит». И поделитесь этим видео с друзьями. Это помогает развитию канала и вдохновляет меня. На этом видео я покажу вам, как правильно взбивать белки для меренги и поделюсь проверенным рецептом творожно-сливочного крема, который получается с первого раза. Благодаря правильному сочетанию творожно-сливочного крема с клубникой десерт получится вкусным и ароматным. Яйца для приготовления меренги должны быть свежими. Перед использованием яйца следует замачивать в содовом растворе на 10 минут. Затем помыть в теплой воде с мылом и прополоснуть холодной проточной водой. Вытирать насухо. Взвешиваем все ингредиенты. Для взбивания меренги нам понадобится 6 маленьких или 4-5 больших яйца. Общий вес получается 382 грамма. Теперь будем отделять белки от желтков. Они должны быть комнатной температуры. Посуда для приготовления меренги должна быть чистой и сухой. К белкам добавим щепотку соли и лимонной кислоты. Начинаем взбивать миксером на средней скорости. Пока меренга взбивается, разогреть духовку до 200 градусов. К 250 грамм сахару добавляю щепотку ванильной пудры. Когда начнет появляться пена, я увеличиваю скорость до максимальной и продолжаю взбивать, добавляя по ложке сахара. Взбиваем до образования устойчивой пены. Время взбивания зависит от мощности миксера и примерно 10-15 минут. Теперь я добавляю 30 грамм кукурузного крахмала. Продолжаю взбивать еще 10-15 секунд. Можно перемешать и лопаткой. В результате масса должна получиться плотной, глянцевой и воздушной. Выложу меренгу на противень, застеленный пергаментом. Как видите, меренга у нас гладкая и пушистая, блестит. Разровняем с помощью лопатки или шпателя. Кож должен быть высотой 1-1,5 см. Сверху можно присыпать измельченными орехами. Отправим противень в разогретую духовку. Выпекаем при температуре 150 градусов в течение 25-30 минут до легкого золотистого цвета. Время выпечки меренги может сильно отличаться от указанной в зависимости от особенностей вашей духовки. Ориентируйтесь по своей духовке.
Готовую меренгу накроем листом пергамента, перевернем корж дном вверх и снимаем с него пергамент. Оставим корж остывать и приступим к приготовлению начинки и крема. Для начинки нам понадобится 200 грамм клубники. Нарезаем клубнику на мелкие кусочки. Часть клубники оставим целыми. Она нам понадобится для украшения. Теперь буду готовить сливочно-творожный крем для рулета. Для крема я беру 200 граммов творога и перетираю его блендером до однородной и мягкой консистенции. Уберу в холодильник. Теперь я беру 200 граммов охлажденных сливок жирностью 33%. Буду взбивать миксером до мягких устойчивых пиков. Постепенно добавляю щепотку ванильной пудры и 3 столовые ложки сахара или сахарной пудры. Меренговый корж получается достаточно сладким, поэтому я предпочитаю добавить в крем меньшее количество сахара. Можно добавить сок лимона или щепотку лимонной кислоты. Теперь добавляем творог к взбитым сливкам и аккуратно перемешиваем лопаткой или миксером до полной однородности. Вот и все. Нежный творожный крем готов. Вы только посмотрите, какой он белоснежный, воздушный и аппетитный. И, конечно же, он очень вкусный. Мои дети обожают этот крем. Он прекрасно подойдет для прослойки любого бисквитного или многослойного торта, для наполнения заварных пирожных, трубочек и многого другого. А также его можно подавать как самостоятельный десерт, в креманках с ягодами, шоколадом и фруктовым сиропом. Применение широкое. Для украшения оставим 4 столовые ложки крема. Охлажденную меренгу покрываем кремом. Равномерно разложим нарезанную клубнику. Свернем меренгу в рулет. Все, чудесный меренговый рулет готов. Украсив клубникой и сливочно-творожным кремом, угощайте родных и близких. Приятного аппетита! Друзья, если видео для вас было полезным, не забудьте лайкать, сохранить видео и
прокомментировать. Спасибо за просмотр. Пока-пока!